Всем привет, друзья! Хотел показать вам приборчик довольно нестандартный. Он для измерения параметров каких-то воды. Я особо даже не вникал. Вопрос заключается в том, что сюда внутрь, видимо, либо попала вода, либо не знаю, что там дальше было. Вернее, перед этим было. Здесь нарушена одна дорожка от кнопочек, которые выведены на панель прибора. Вот таким вот образом это все выглядит. Вот такой прибор Exact Micro 10. Значит, тут паять невозможно, так как эти дорожки из какого-то очень тоненького материала, который невозможно пропаять. Только начинаешь лудить, и сразу дорожка исчезает. Очень тонкое напыление. Следовательно, принято было решение заменить эти кнопочки на вот такие обычные кнопки, SMD-шки. Самые тоненькие, которые возможно. Конечно, они будут немного выпирать, но здесь можно выбрать немножко даже бормашины и, собственно, немножко их утопить. Весь процесс я показывать не буду. Покажу вам предварительный результат, как все это выглядит. И буду все это соединять тонкими проводами MGTF. Такого вот сечения, где-то там 0,2 или 0,12. Так, на вид не определю сейчас. Короче, беру три кнопки. Кнопки приклеиваю сюда к пластику, подпаиваю проводами и на плату буду выводить на вот эти вот пины, которые здесь разведены. Насколько я вижу, здесь даже имеются вот такие вот кругляшочки, ну то есть сквозные отверстия, в которые можно будет МГТФ-кой обычной перепаяться. Ну вот такое вот решение. Итак, вот как выглядит законченный вариант данного, так сказать, усовершенствование этого аппарата. Вот сюда, я так понимаю, наливается вода полностью, закрывая. Здесь весь прибор сделан так, что вот здесь вот элементы питания вставляются через крышечка, уплотнительное кольцо имеет круглое. Здесь также все, ну тут конечно уже все нарушено, не так как должно быть, но тем не менее. Конечный вид выглядит вот таким вот образом. Можно было сделать и получше, и покрасивее. Отпишите в комментариях по этому поводу, как бы вы поступили на моем месте. Ну и вот, собственно, крышечка осталась только выпилить для вот этих вот кнопочек колхозные отверстия, чтобы эти кнопки выпирали наружу и была возможность их как-то клацать, нажимать. Итак, вот как все-таки выглядит конечный вариант. Решил все-таки белым написать, так как будет видно довольно такие читабельнее, чем черным. Ну и, собственно, вот таким вот образом работает прибор. Кнопка меню переключает режимы. Нужно, наверное, инструкцию, чтобы разобраться, так как не все мне здесь понятно. PH, содержание солей, сброс. Здесь вот видно, что подсвечивает зеленый светодиод. Сюда набирается вода, сверху ставится такая крышечка. Вот такой вот приборчик. Ну и, собственно, чтение, то есть замер характеристик происходит. Тут какие-то секунды проходят. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, видео было полезным. Увидимся в новых видео.